сегодня. В следующем выпуске программы «Прага на русском. Инструкция по применению». Мы покажем место встречи разных народов и народностей Чешской Республики, где всегда можно найти своих. Такие фестивали, они объединяют, они помогают вот нашим культурам больше влиться, как бы, и не чувствую себя как бы как один. Встретимся с чешским писателем с советским прошлым. Я такой молодой писатель, несмотря на свой возраст. Я пишу всего 3 года. И дадим инструкцию, как провести выходные весело и с пользой для здоровья.